Ладно, продолжаем. У нас сегодня сейчас еще чаепитие, вторая часть. Бабушка приготовила торт. Мама, а что за торт? Паша там нашел. Ой, Паша, Леша нашел. Мама не скажет, что торт. В общем, торт тот называется. Чудо пломбир. О, пломбирный торт. Шоколадный пломбир. Маме первый кусочек. Посмотри, какой красивый. Лопатка большая, как я его туда загоню? Посмотрите, какой красивый торт. Когда... Ты не с этой стороны показываешь. Он стой. Разрезе. А, там тоже разрез. Нет, там нет разреза. Мама, хлопья. Такой красивый. Ну, мама наложит хлопьев, и я тебе это с кефиром. Не хлопьев, а отрубей. Или отрубей. Ложечку вот сюда клади, баби люди. Тарелочка, да, подносите каждый. Ложи, Паша. Паша, баби. Как это Паша? Как это Паша? Я подождет Паша. Подождет. По-моему, риси уже отрезали. А, так, следующий кто у нас? По старшинству. Ой, да, да. Папа. Не по вкусный торт, что ты говоришь, что не вкусный? Конечно, а видно, что вкусный. Ну, не такой должен быть. Нет, чего? Ой, мама всегда себя критикует, у нее это, ну, характер такой. Через дело делай так, а у тебя вот так. Бей-ми. Внешне он должен немножко другой. Стой, стой. О, у меня стоит, у меня стоит. Я захочу сок или чай. Как это, птичье молоко? Посмотрите на Лешу. Ну, никак не сок. Денис, смотрите на Лешу. Ты кто, профессор? Добрый доктор. Ему нравятся очки. И сам смеется, да? Еще? А это вот прослойка, как птичье молочко, да? Ну, это пломбир. Мама, это сливки? Нет, сливок не болт. А что это такое белое? Молоко? Попробуй. А что такое белое? Ну-ка, расскажи. Ты не поняла еще? Секрет. Потом расскажу. Мороженое. Вкусно. Мороженое. Да прям. Да, конфеты. Пакетики что, все вытащили? Да. А что у меня полкружки вот это? Мама, где подлить? Где подлить? Да ладно, не надо. Я подвалю, он горячий. Да не надо, не надо, ладно. Вкусненько. Вкусно? Ну, слава богу. Помню, ты в том году делала какой-то белый торт для Рафаэла, тоже вкусный был. Эй, эй, нельзя. Ну расскажи, что это белое такое. Интересно. Это мороженое. Да прям. Он называется шоколадный, это торт пломбир. Ну это не пломбир, конечно. Не скажет же никогда. Просит, чтобы ему очки одели. Да, последний. Ну а что, это похоже, что это тот купил. Нет, бабушка делала. А, нет, бабушка не покупал, бабушка сама испекла вчера. Форма не подошла, если бы форма подошла бы, она бы была красивее. А значит, откуда я узнала то, что ты сделала я ж при тебе с Ютуба? Да, потому что я зашла в Ютуб, вижу рецепт такого тортика, я говорю, опа! А ты догадался, что это такое белое? Нет. Я должен. Что, сломал? А мама и не скажет секретный никогда. Секретный ингредиент. Вот сидеть молчать. Ну почему? Ну как я расскажу, там же много ингредиентов. Ну белое это молочко. Что? Молочко. Что там еще? Сахар. Яйца нет. Сахар. А это масло. Все сбивается? Все сбивается. И получается такая масса, да? Да, и она такая густая-густая получается. Прям надо вот приготовить. Она вот так ее прокидываешь, она не течет даже. Прикольно. Соня, смотрю, смеяла. И орешки, да, здесь, нет? Не показалось, орешки? Нет, нет, орешки здесь. Ты видела? Соня, смеяло. Ну, вкусный такой. Вкусный? Ну, все, будем его переть. Вон оно. А сверху это глазурь, да? Она даже Лешу не боится. Да, глазурь. Мама, смотри в зеркало. Баба, посмотри в зеркало. Давайте вам сейчас покажем Лешу профессора. Баба, вот ты прямо в коридор. Лешка профессор. Ого! Ему нравятся очки? А ему нравятся. На ух, подвинь и надень ему. Да, нравится. Или халаты. На чаечек будешь? Не горячий? Не, он теплый. Подрасту и будет в самый раз. Да он еще торт не требует. Сейчас подрастет. Ну что, Паша молчит, значит вкусно. О, Пашка, это да.
Вкусно, Паша? Да. Хорошо, очень вкусно. Пойдем. А, может, смотри тебя. Давайте, мясочок. Давай ему другой детский, да это не дойдет. Это не детский раз? Это детский, но он с 3 лет, по-моему. Давайте я принесу тот, который ему с 6 месяцев. Ну, давай. А тут он не написано. На. А, нет, мам, с 4, давай. Это пойдет, не надо. Вы так рыпцы до утра до вечера. Это он требует. Свое. С утра еще орёт. Еще так и долго будет орать. Ужас. Ой, что дали-то, а? И он начал писать. Денис, до бабочки расположи, чтобы его съесть, чтобы он не лежал в холодильнике. Какую вкуснятину да то дали, лишь бы не кричал, пусть уже сосет. Ну что? Ну что, когда поедем на великах кататься? Опять в... Воскресенье? Да, мы поедем на берег опять. Ну да. Где у нас тут? На поле кататься? Поедешь тоже? Да, ему нравится. Они же ездят. У меня огромный велосипед. Как у папы? Я рассказывал. А у меня на куда? Нет. У Паши мой, помнишь, желтенький маленький? Нет, добавочку бери. Помнишь? Обязательно. Вот это же Пашин. А у меня большой пацанский. Маме не хватает. А мы знаешь, что как сделаем? Или детская кресло. Я уже подумал. Лёша, чтоб всем поехать. Паша, он у нас такой рослый парень. У меня я думаю, что он на следующий год по росту будет примерно как Даша. Мама, подай снять. И мы его попробуем на Дашин велик посадить. А Даше купить велик уже на 26 колёс. Побольше. Ты же ещё вытянешься? Ещё больше. Она такой, как звонит. Пусть мне не сказал. Я же на велике буду кататься 3 или 4 года, ты сказал. Все, вытащил. А туда уже. Ну, вообще так. Не с планом, Настя, можно. Ставь ему трубочку. Нет. Если бы все равно Паша подойдет в мой велик, я ему свой не отдам. Разберемся. Не разберетесь, все. Вытащил опять. Ну, у тебя же будет другой новый. Нет, открывается. Ну так тебе другой этот. Скажи, того купили, уже хотят забрать. Нет, ну в этом году надо. Просто Паша на следующий год вот этот будет желтый, он маленький. Тебе вот этот год он надоест, а тебе другой. Он ему будет да маленький. Он такой ездок, он на этом-то не ездит. Ему хочешь уже что-то там. Ну, подожди, ему будет все, что надоедает. Ему да, ему что надоедает. Увлечения нет, у него надолго. Ничего не надо ему. Ну, надо, да, почему нету? Вон он уже, и что он, тортом. Замечательно. Меня Паша пинает. Ты пинаешь его? Да он не пинает, вот же ноги. Ну ладно, Даша. Паша, он больше не будет. Все. Паша, он больше не будет. Ну что, нам и добавки. Ни одного тоже хватит, я даже дать не даем. А сколько тебе привезти детей-то завтра? Ну 9:20 уже начало. Ой, подавился. Так сразу в факеле встречаетесь? Да, можно? Не знаю, как догадаться. Нет, подожди, как сразу? Сразу факел, смотри, он давится. Трубка или чем он давится? К факелу подвози сразу, да и все. Давай я туда приду. К 9:00. И все нормально будет. Да, пока дойдем, пока я им форму куплю, пока там это туалет сходит. Только не сладкий. Ну такой разноцветный. Соленый. Потом языки потом разноцветные. Да прям. Соленый невкусный. Нет, соленый не надо. А карамельный есть? Соленый, зачем соль? Карамельный. Не, просто не карамельный помню, есть. Помнишь, у меня был понос. Вообще карамельный не было. Карамельный? Я тебе разноцветный. Не помнишь, как мы нас всех потом полоскали? От чего? От карамельного? Когда мы ходили в блин в коробке, отбили. Вот мы видели. У мать было. Вообще не помню, потому что я по карамели больше не дотронулась до него. Ну цветов маленькие стаканчики возьмем. Сок надо с собой можно взять. Зачем сок? Воду принесу. Водичку. А, водичку, да. Воду и салфетку, да. Ну ты же сказала, положишь воду. А мы какой фильмы идем? Да я забыла какой. Фильм или мультик? Лука. Мультик? Нет, фильм. Прям фильм? Крунглик, что-то вот такое. Понравится еще? Крунглик. Крунглики, я думала, мультик как-то прям. Ну, завтра увидим. А он с какого возраста идет? Мультик. Я не знаю. А по времени он сколько? Сколько? 8 часов, конечно. Полтора идет где-то, наверное. Ну, где-то около 2 часов. Да, около 2, значит. Да нет, детские они 2 часа не идут никогда. Они полтора максимум. Это не детские, наверное. Да, конечно. Может, лет 12. Они же разные бывают. Вот это. Рекомендованный возраст какой.
Там не написано, что рекомендовано. Лёшик, Лёшик. Зайди в интернет. Лёшик. На, посмотри сеанс 9.20 в факере. И увидишь, я что Лёша, за... Лёша, значит, ты руку там сейчас разбудишь. Сколько он идёт? На лапу посмотри, ты тебе скажешь. Мама здесь. А я хочу на лука. Лука я тебе могу из магазина принести. Как? Ну репчатый или какой тебе? Зеленый репчатый лук. Это не лук, а лука. Много лука тебе принести. Соня в детской кровати сидит. Ну потому что... Смотри, льет. Все? Ой, хули. Леша собрался. Я же тебе не дома была большая. Писа. Голенький бил. Вот когда он писил, то мы писим, мы пошли за собой готовить опять. Тихо. Опа, Сонька, Сонька. Соня в сок попала. Да, да. Все, убежала, загасила. Сок попала. Леша. Куда загасила? Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо, всем пока. Да, с Лешей не соскучишься. Да, еще будешь 2 года еще. Для соскучишься. Не знаю, где Сонька, блядь. А он как приходит сразу сюда. Она под диваном. А я специально диван отодвинула, чтобы она за диван выиграла. Ставь трубочку, то не добавь глаз. А потом дадите мне пустую коробочку. А зачем? Да так, на улице что-то сделать. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать сегодняшнее видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!